Тотальная распродажа от полного Ягеля. Трибуна правды с подогревом, сделанная из красного бука. Съемная панель для вашего логотипа. Подходит для города и дачи. Звоните сейчас и забирайте трибуну за 999 рублей. Самовывоз. Отличный вариант, между прочим. Тут еще и радио есть. Всем привет! Всем привет на радио Ваня. Ужасная красота в центре города. Мария Фрейман в недоумении. Не гони волну. Александр Суняев раздает награды. Кроссы против первой любви. Иван Герасимов разбирает Мурманск на эмоции. Любовь, тепло, эмоции. В Кировске планируют провести большой летний фестиваль для привлечения туристов. Местные жители могут предлагать свои идеи. Нам понравилась одна из них. Идея заключается в разделении города на эмоциональные районы. В итоге получается эмоциональная карта. Черт! Предлагаю для Мурманска такую сделать. Мы ж столица земли Кольской, оплот международного заполярного туризма. Я уже накидал несколько вариантов. По стандарту разделим город на три части. Первая часть – Ленинский и Первомайский. Там у меня в детстве кросса отняли, поэтому грусть. Первомайки меня в первый раз сивухой напоили. Зато я там с Никой познакомился. Поэтому нейтральность. Ну и, конечно же, мой родной Октябрьский. Там у меня и кроссы отжимали, и сивухой меня поили, и Вику я туда привез. Но Октябрьский сам по себе очень разный по эмоциям район. Центр, ПЗ, гора и больничный городок. Больничный городок – место, где и частный сектор есть, и тусовки маргиналов проходят, и СИЗО с моргом находится. А с недавнего времени туда Кровеческий музей переехал из-за ремонта. В общем, довольно-таки ядерная смесь получается. Гора или гора дураков. Ну, там в основном мажоры живут, поэтому свои понятия, свои правила. Будьте осторожны там. Дон Корлеоне. Осталось два враждующих между собой района. Ну, по крайней мере, это у меня так в детстве было. Восход, он же ПЗ, и центр с администрацией. А еще на центр порой вокзал и жилстрой давят. Поэтому Пять углов у нас самый непредсказуемый по эмоциям район. Александру тоже, я надеюсь, есть чем дополнить нашу интерактивно-эмоциональную карту. А то у меня все мысли закончились, одни выводы остались. Плохо, когда мысли кончаются, но хорошо, что есть друзья, которые готовы их подхватить. Это Ягель Лайф. Ну что за уберите там. Вы видите туда? Начнем с Североморска, главной военно-морской базы Северного флота Российской Федерации. Там воюют, но пока не получается. Вода, уходи, убирайся. Эй, я же на тракторе, почему ты не слушаешься, вода? Вот снег меня слушается. На самом деле это знаменитый эффект бабочки. Просто трактор в Североморске собирает начало волны, и через месяц эта самая волна дойдет до США. Там сейчас ад кромешный. Опа, залило! Северный флот только вперед. Эмоциональный фон города – огонь. Перестаньте! От Североморска переходим к нашему любимому, родному мурманскому позорищу. Детскому городку на Семеновском озере. Недавно там снимал фильм сам Эмир Кустурица. И мы можем показать некоторые рабочие моменты со съемочной площадки. Я помню себя мальчишкой. Веселые игры на свежем воздухе, парк ужасов по соседству. Бо
Боже, какое яркое у меня было детство. С нетерпением жду этого фильма в кинотеатрах. Ну а детскому городку за атмосферу общего уныния и скорби мы ставим эмоциональный фон «Яркая радуга». Перестаньте! Еще одна радуга цветет у нас в центре города, прямо напротив налоговой. Я сколько раз там ходил и, честно говоря, вот только сейчас заметил. Угадайте, какое слово на букву «К» я прямо сейчас загадал. Варианты: креатив, кретинизм, коррупция. Правильный ответ – «кал». Эмоциональный код плохой. На этом я заканчиваю. Пока. Нормально, Вань, нормально? Ну а теперь передаем слово Марии Фрейман. У нее новая рубрика. Что, блин, происходит? Встречайте. Что, блин, происходит? Ерунда полная. Последний выпуск «Ягеля», а у меня новая рубрика. Что за... Вот примерно вот с таким вот выражением, вот так вот, и подергиванием, да? Что за... Можно сказать о многом в нашем городе. Например, вот про эту конструкцию. До первомайских праздников, для которых она сооружается, примерно неделя, а поставили ее на этом месте, ну, где-то месяц назад. Что за... Мужчины работают. Не мешать. Почему так долго? Ждут нового ИО, пока даст указание. Дал указание снег убрать, весь убрали. Да. И вывезли с города, а то говорили, некуда вывозить. Да убожество! Не, я не про это, я... Как долго ее строить вообще? Как вам кажется? Вот это мужчина рукастый, наверное, да? Ну, я бы такое бы не стал бы строить, уже бы что-то сделал, это более по-современнее, кажется. Мы с моей приятельницей долго хохотали на эту тему, потому что ее поставили, я предполагала, для закрытия праздника Севера. Так. Потом он закрылся совершенно без этой конструкции. Потом мы решили 1 мая, но как-то думали, что 1 мая никаких, так скажем, вот таких, наверное, к 9-му, боялись не успеть. А вы тоже так считаете? Леночка, отвечай. Она не мурманчанка. А я, ну, не знаю, наверное, считаю так же, как и моя подруга Елена. Она шляпная, она просто страшная. Посмотрите, как покрашена. Что, столько денег у города. Не могут сидушки нормальные сделать. Без понятия. Вы бы быстрее сделали? Я как всегда, да. Да? Ну, конечно. Мешает очень, честно говоря, потому что обход этот вот и так не пройти через... В общем, мы, конечно, все возмущены. Неудобно? Неудобно, отвратительно. А вы из-за этого куда опаздываете? Я на обеде хожу, а бывает опаздываю с обеда. То есть они крадут у вас ваше драгоценное время, обеденное время, да-да-да. Прям месяц собирать ее надо? Ну, конечно. Надо все прокрасить, надо все посмотреть, чтобы все было в норме. Мужики говорят, недели хватает. Какие мужики? Похожи. Ну, пусть сделают за неделю. Посмотрим, как у них получится. Напомню, что в самом начале выпуска мы продавали нашу трибуну правды. И еще немного о полезных ее свойствах. Самое главное качество – она подстраивается под вас. Звоните 4008-70 и забирайте. Хорошая вещь! I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're falling.